едем на озеро. Это уже South Carolina. Здесь, оказывается, не нужно проходить техосмотр машины каждый год. Налоги дешевле, таксы дешевые тоже по сравнению с Северной Каролиной. И этот райончик буквально в 10 минутах от North Carolina. Здесь намного дешевле. Всего $3.03 за галлон. Пасется прямо около жилого дома. И даже не реагирует, не пытается бежать куда-то. Может быть, еще и с рук кушает. Вот отсюда есть озеро, вот видно, съезд. Там можно купаться где-то. Есть специальные подъезды для купания. Такой крутой спуск, там озеро сразу. Со всех сторон. С той стороны вода, с этой стороны вода. Вот песочек красиво. Да, хорошенький пляжик тут. Вот такое достаточно большое озеро. Тихо, так водичка такая. Это с другой стороны. Через дорогу. Тоже озеро. И вот тут какие-то черные птицы огромные такие стоят. Она прилетела. Хороший райончик. Так, наше путешествие подходит к концу. Мы едем уже в Эшвилл, в аэропорт. Осталось буквально около 25, может быть, миль. Здесь я хочу поснимать уж такую природу, уж такая богатая зеленью природа.